дамы и господа, встречаем! На поле выходит команда ЦСКА, Москва и команда «Синий Санкт-Петербург». Уважаемые болельщики, сегодня на футболках и графах на рисунке выполнены восьминутниками Кингисеппского ресурсного центра помощи детям-сиротам. После матча футболисты оставят на футболках автографы и подарят их авторам рисунка. «Зенит» и «Уайлдберрис» – делай мир лучше! Дорогие друзья, по итогам голосования среди болельщиков лучшим игроком апреля в составе «Зенита» признан Педро! Награду считает лучший игрок, вручает юный болельщик «Зенита» Даниил Забарсин. Дорогие друзья, сегодня символический удар сделан.